Ну что ж, ладно. Минус хрен знает сколько денег у нас. Просто дофигища минус. Я не знаю, что с ними делать. С этими деньгами вонючими. Всегда так. Хочешь что-нибудь сделать, а нифига не получается, потому что денег нет. Тут еще пробки громадные. Уже по двум полосам даже. Ну, с этим ничего не поделаешь. На таком уровне, конечно. Либо ты строишь так, либо ты строишь никак. В общем-то... Слишком много бездомных в округе. Но ведь парк служит для того, чтобы... Туда бездомные и ходили, насколько я понимаю. Так, это нулевые затраты сдает. Хватит портить мои дома, гады, а? Сколько можно ходить по домам и делать так, что они воняют так, что их приходится сносить, их уже не отмоешь. Не надо заходить. Заходить не надо, черт возьми. Если я не буду сносить это все, то, извините, будет пожар. Что гораздо хуже будет влиять на все это дело. Я надеюсь, что это... Куда деревья делись, черт возьми? Куда делись мои деревья? Куда деревья? Куда вы девали? Урод, куда? Черт! Они вымерли все, что ли, или что? Ладно, поставим еще. Хотя у меня денег тут. Что-то не особо, знаете ли. Деньгами здесь и не пахнет. Ну почему нельзя, как в старом добром SimCity 4, просто зажать мышку и возить ей по всей карте? Зачем надо этот мазохизм было придумывать? Тут творится что-то странное. Мне кажется, или звук стал громче? Надеюсь, так будет лучше. А то, мало ли, может, меня не слышно вообще. А я тут что-то ору. О том, что мои деревья куда-то пропали. Не, ну как могут деревья куда-то пропасть, а? Как они могут куда-то пропасть вообще? Хватит загрязняться, хватит. Эх, жесть, зараза. Коммерция. Коммерция — главный двигатель моей экономики. Чё недовольны-то? Слишком высокие налоги, мы уезжаем. Какие высокие налоги? Вы о чем, господа? Хотя давайте действительно понизим налоги, если все равно от... От жилой зоны дохода никакого. Ух ты, ее. Вот это я зря сделал. Давайте, мне нужно срочно, срочно и срочно набирать людей. Иначе через час я обанкрочусь опять. Какого хрена, а? Не так. Бонд. Где мой бонд? Да, я задолжал кучу денег просто. 2000. Хе-хе-хе. Насчет промышленности можно вообще тут не переживать. Чтоб тут отключить нахрен. 5000 это хрень жрет. Отключаем. Что еще можно отключить? Пожарные, транспорт. Транспорт много жрет. Здесь есть какие-нибудь налоги продвинутые вообще?
поднимите налоги, разметьте зоны и пока, подождите, пока въедут новые налогоплательщики. Ага, конечно. Так. Давай же, детка, давай. Эй! Я сделал это. Но я чувствую, сейчас будет еще хуже. Из-за того, что я поднял эти налоги. Надо потихоньку как-то понижать это все. Хотя я отключил эту фигню. Возможно, это как-то поможет. Хватит дома ковырять своими коричневыми пальцами грязными. Хватит. Черт возьми. Тут гады заколебали уже все говнюкать. Заколебали. Говнякайте, 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 говнякайте. Сколько можно-то, а? Хорошая пробка. Конечно, когда 300 тысяч, ничего уже не поделаешь. Здесь перестроиться уже никак. Я пытаюсь пока справиться с дефицитом бюджета. Потом уже можно будет что-то думать. Хотя, что здесь думать? Тут никак ничего не подумаешь. Точнее, если подумаешь, то ничего не изменится. Мне бы еще одну станцию утили, чтобы продавать мусор. Тогда было все замечательно. Что музыка как будто все громче и громче играет. О, минус, минус, минус. Понятно все. Все понятно с вами. Да зараза, да поднимайся ты уже из могилы-то, ну. Примерно как-то так. Будем надеяться, что это сработает. Хотя что тут сработает? Здесь уже ничего не сработает. Они сейчас по инерции будут еще больше выезжать пока что. Так, 31 тысяча. Надо снижать, пока есть возможность. Будем лавировать, пока есть. Простор для лавирования, который я себе вроде как создал, хотя сейчас посмотрим на эффект. Но люди-то должны подтягиваться. По идее, раз я им снизил настолько налоги, они по-любому должны подтягиваться. И с этим ничего как бы не поделаешь. Закон таков. Другого закона быть не может. Сейчас будет промышленность страдать. Что здесь происходит? Почему никого нету? Почему никто это не строит? Почему, точнее, строится это уже полчаса? По непонятным причинам. Деревья ни хрена не помогают, по-моему. Да, это что-то никак не работает, знаете ли. Абсолютно никак не работает. Абсолютно никак не работает. Что у нас там по больнице, кстати говоря? Здесь все всегда в порядке. По службам-то у меня все прекрасно. По службам. Вот только... фигня-то в том, что... черт возьми. Надо это все снести к чертям собачьим. Пускай будет так. Хотя по-хорошему надо было построить там коммерческую зону, а не жилую.
снести все дома. Поставить коммерцию. Так, это пожар, да. Это пожар, там ничего не сделаешь, простите. Пока вы не догорите заживо, здание снести не получится. О, у меня, кстати, стало в разы меньше. В разы меньше стало бездомных. По непонятным причинам, кстати говоря. Даже не знаю почему. О, деревья-то чахнут, кстати говоря. Только сейчас заметил, что деревья чахнут. Что они не особо борются с радиацией. Как я посмотрю. О-о-о! Приехали, блин. Приехали. Все. Господи, сколько можно-то, а? Где у меня дурацкая-то? Мне нужно бы по-хорошему наращивать темпы сбора и переработки. А темпы нарастишь хрен. Что-то забыл, как я это все делал. Так, экспортируем. Экспортируем. Фигово все это как-то звучит, знаете ли. Чего? А че это у меня никто не играет? Хе-хе, иди в жопу. Тупое казино. Оно у меня, оказывается, жрало кучу денег. Блин, что делать? О, как раз, кстати, приехали денежки с мусора. С мусора приехали денежки, но почему-то в наш город все равно не стремится никто из жителей, 240 тысяч всего лишь. Хотя я сделал нормальные налоги, знаете ли. Поэтому очень странно. Мне бы вот поставить вторую бы перерабатывающую станцию, и было бы все, наверное, прекрасно. Было бы все, наверное, в порядке. Не знаю, конечно, но... Возможно, почему бы и нет. Надо еще больше снижать расходы. Ставятся маленькие на этот раз уже коммерческие зоны. Ну ладно, может быть так и лучше будет. А то эти большие здания, они слишком требовательны к себе и очень часто забрасываются. Все больше и больше. Да, бездомных у меня стало гораздо-гораздо меньше, но... Видимо, сдохли, что ли, я не знаю. Почему-то вот... Почему-то мне так кажется, что они сдохли. Я никак не могу больше объяснить, куда они делись и по какой причине. Так, деревья опять страдают. Минус 10 тысяч. Чего у меня там такое-то, а? Постоянно. Да у меня минус 48 тысяч в час. Включить пожарку, что ли? Сколько она жрет? 4. О, еще мусор прибыл. Все. Замечательно. Вроде как-то что-то тютюкаемся понемногу. О, еще 99. О, замечательно. Слушайте, я сейчас могу, наверное, я сейчас могу разбушеваться немножко. Будем надеяться, что вскоре построится эта коммерческая зона. Хотя они тоже долго как-то добираются слишком. Хотя пробок практически нету. Нету пробок. Ну а почему они добираются, полчаса, непонятно. Тупят. Очень сильно тупят. На въезде в город тоже пробок нету, кстати. С пробками у меня все в порядке. Почему они так долго добираются, непонятно. О, 124 тысячи. Шикарно.